Все, ребята, у вас должен стрим будет час на час, то еще очень скоро. Я все везде переименовал. Так, Фрост, Дасан черкает Вердос, Фрост черкает Ревчик, за Вердосом первая карта. Сейчас будем создавать, будем заходить, будем смотреть. Так. Так, голосовалку запилите кто-нибудь, ребят, пожалуйста. За Ревчика тут многие. Создаем голосовалку. Кстати, нет, пятый вариант, коопа, нуб, а ты себя тоже нубом считаешь. Если все так плохо, тогда лучше промолчать. Вот тебе пятый вариант. Не голосуй, ты против всех. Все, поехали. Станция Король Седжонг. Первая карта у нас. Ревчик согласился сыграть с Вердосом. Вот. Но давно Ревчик не играл, говорил об этом. Он там вроде как на стриме месяц или сколько-то там. Поэтому даже не знаю, что ожидать от этого матча. С одной стороны, долго не играя, можешь ты быть на кураже, потому что тебе прям может хотеться играть, на расслабоне играть. Но с другой можно не успеть восстановить какой-то там контроль и т.д. Кузьмин, подчеркивание СПБ, активировал премиум на ваш канал. Так, Сват, так у тебя прошла транзакция или нет? Я так и не вкурил, если честно, ничего. Напиши на саппорт. Саппорт премиум или саппорт там что-то еще, я не знаю. Но есть ЦВВ, может попробую еще раз, там может что получится. Гейт, газ, нексус, кибернетка, увердоса стандартно.
Я ни за кого не голосовал, в последнее время как-то багнута голосовалка работает, что я не могу проголосовать, не знаю, как бы сам, она уже типа как бы все идет. Но обычно я голосую за красивую игру. Громадное спасибо Кинчензергу за предоставленный призовой, естественно, ребята. Вот, ну и нам удовольствие посмотреть немножко хорошего Старкрафта. Вот, Рева против Вердоса. Вердоса Никс, киберночка доделывается. Что здесь будет? Заказ. Заказ на Адепт. Саплай-блок был, саплай-блок прошел. Пилончик готов. Здесь пробочки в газ достраиваются. Овер прилетает у Ревы. Он все прекрасно видит, что здесь происходит. Вот, ребята, вы также можете поддерживать меня и мой канал, естественно. Вот. Реквизиты в описании через плеер. А может быть, ты и прав, Реал. Ну, муф у Реала делает, с третью хав ставит. Ладно, давай за полотенчик не будем флуда всякого. Поссорился с девушкой, это, конечно, нехорошо. Но это все мелочи жизни, я тебе так скажу. Если девушка нормальная, все серьезно, то все будет окей. Короче, отошел адепт. Я тоже предлагал за игру по 2000 просто приз сделать, но решили, что так. Просто тогда бы можно было бы сыграть 5 карт. Ну, Кинчензерг решил, что вот так вот, собственно говоря, будет все. Ну, можно на самом деле, если счет будет 3-0, например, предложить там... Если, конечно, Кинчензерка будет там рублей 500 за карту еще доиграть, например. Или по 1000, не знаю. Но это уже лишние деньги, как бы, получается. Ну, посмотрим, что будет. 38-42, короче, ситуация по лимиту. Вердос пришел, 5 лингов убил, дрона и овера одного. Сам ничего не потерял. Делаются имморталы. Делаются плюс 2 гейта, 4 гейта сейчас будут. Верчаш Вердос выставляет. Наклепал тут овера с ХГ. Привет, Фендера. Так, ЦБ Сват. На какую почту премиум приходит? На ту, которую ты, черт побери, указывал, когда его покупал, блин. Которым аккаунт зарегистрирован, скорее всего. Так, здесь Рева сгрыз Вердосу с Энтрю. Делаются один с Роущей, делается мув. Третья раскачана пока. Отлично, все, что разобрались. Значит, на мыле найти должен ты просто ключ. Также он приходит, раньше приходил, по крайней мере, в сообщениях. Так, скванчи, я так вчера и не запарился, короче. Вот. Так, копятся юниты. Варпятся еще адепты. Все это двигается вперед. 100 на 98 по лимиту. Вердос наламывается. Глеф резонирующих нет, а адепты без глеф сейчас.
Фаерболы падают неплохо, очень даже по адепту сейчас попал. Рева 84-107 по лимиту. Сейчас еще 10 роу, 4 линга заказано. Вердоша пуш не заходит. ДЦБ, подчеркивание, СВАТ активировал премиум на ваш канал. Отлично, ДЦБ, СВАТ. Земляк. Две просто знакомые. Спасибо тебе. Так, как-то Рева полез здесь кривовато сейчас в налом. Откидывает с фаерболами, Вердос увернулся. Ну, надо бой продолжать сейчас, естественно, Реве. Фаерболы новые падают, 111-98 по лимиту. Главное Реве отбиваться здесь в этой движухе, и чтобы хата не упала. Вердос как-то ходит, хату пытается подбрить, хату не подбрил. Так, позицию Вердос все-таки около хаты здесь занимает. Реве пытается в тыл зайти сейчас призме этой. Пошла движуха, пошла мазута, хату не дофокусил сейчас Вердос. Рева хорошим фронтом наламывается. Фаерблулы неплохо ложатся. Там центря погибло, еще что-то. Лингов нужно пропустить вперед. Иммортлы дэмэджи много наваливают. 115-76, тем не менее. По лимиту Рева тут сминает Вердоса. Это 1-0 Рева, ребята. Скорее всего. Ну еще... Нет, уже вечер. Хотела сказать, еще не вечер. Сейчас тоже приходит сообщение. Ну вот, да, сейчас сообщение приходит. Просто давно не брал, так как... кошелька ГГ заблокировано сейчас. Так, что-то я сегодня рекламу вообще не пилю. Frozen Temple, следующая у нас карта. Поехали, мескликнул я. Сейчас. Ну что, ребят, ГО 5, Рева 1-0 ведет, стандартная 17-я хатка пошла. Пильну рекламу, ребят. Пару раз.
Все будет нормалек, не волнуйтесь. Реклама пройдет, все пройдет. Игра у нас идет уже почти 2 минуты. 17-я хата, Газпул, Гейт, Газ, Нексус, Кибернетка. Пока ничего не происходит. Пилончик для стенки у Вердоса. Вот. Ну, рановато мы, конечно, сегодня шоу-матч этот начали. Надеюсь, Ким Чен Зерк и еще кто-нибудь, может быть, в будущем будет такие матчи помогать делать. Игроков много, кто может сыграть сейчас, будем приглашать. Молодые некоторый уровень подтянулись, можно звать их, в принципе, да. Вот, будет интересно. Ну и поддерживайте меня и мой канал, помните про ноябрь, помните про то, что поддержка ваша крайне важна сейчас. Короче, Вердос стенку собирается делать. Пока я не вижу Твайлайта, не вижу ничего такого технологичного здесь, во что он собирается выходить. Вот Гейт пошел в стенки, еще один здесь, и стенка будет закрыта, собственно говоря. Или даже пилона хватит. Гейт наглухо, мне кажется, здесь закроют. А может, мне кажется, посмотрим. Рово вошло. Очень странная стенка от Вердоса. Что, все игры в такой пуш будут играть, что ли, не понимаю. Я надеюсь, что нет. Лучше Поми отдал. Идея хорошая, но Ким Чен Зергу и так спасибо. Да еще не вечер и в этом месяце. Возможно, все, я думаю. Отступает Вердос. Рево прогнал королевами Мазеркор. Здесь у нас призма заказана. Опа, нет, билд другой у нас будет, как вы видите. Вот и Блай надеется, что будем. Но я и подумал сразу, Стрэндж, Блай, там можно сделать еще что-нибудь там, какой-нибудь матч интересный. Так, минус все-таки овер Реви. И так он и не спалил ключевого здания здесь в этом билде. Вот оно, это здание ключевое. Заказан дестабилизок. Адептики идут харасить сейчас от Вердоса. Рева уводит дронов. Уводит Рева, далеко уводит дронов. Блин, лучше бы одного отдал, мне кажется. Посмотрите, сколько они тут катались времени. Просто нереальное какое-то количество. ДЦБСВА. На стриме Фердоса он говорил, что Россия может раскрыть свой потенциал, когда население станет 7 миллионов. Вердос стратег по жизни просто, как бы, ну. Поэтому главное, чтобы раскрыл он потенциал в своей Старкрафте. Второй дестабилизатор готов. Так, надо сначала мне, потом я победителю перенаправляю. Так я победитель по жизни, поэтому я никуда не перенаправляю просто. Идет вперед Рева, 114-86, Вердос, как не вовремя он улетел, он сейчас огребет просто от этого пуша. Это такой провал вообще, ребята. Залп пошел от Вердоса, еще залп рабочих. Подрезает он реально много дронов, 10 штук сейчас, 2 залпов. Но в это время приходит Рева в налом на вторую базу. Уверчаш поставляется на ХГ, там Уверчаш, есть один иммортал. Нужно возвращать дестабилисков просто сюда. Ну где эти дестабилиски? Рева окружает там юнитов вердосовских. Фаерболами можно выбить хайграундный пилон,
что Ревое делает. Кажется, это похоже... Не, ну пока это не 2-0, но это неприятное совсем начало для Вердоса такое, я бы сказал. Если Рево еще в лоб пробьет, то это совсем катастрофа. На фаерболить, ну не на Иммортла только, но на Иммортла надо, оказывается, фаерболить. Вердос его не контролит совсем. Залп дестабилизатором номер один в молоко, второй пока не стрельнул никуда. Нужно метко стрелять, Вердос, стреляй же ты метко. Где вообще дестабилизатор? Нет, ни хрена вообще Рево заходит на мейн. Провальный выстрел, вообще Вердос нервничает, Вердос проваливает всю оборону. 68-102, рабочих больше, всего больше, но он просто не может отбить Вердос сейчас ничего. Так, залп на мейн пошел. Здесь хороший очень залп проходит, но на второй-то базе какой-то всю шобу отбить. А там уже и в шпилечек выход, там уже мутка будет. Даже если Вердос здесь каким-то чудом отобьется, это провал, это ГГНчик, это катастрофа. Еще и дестабилизатор отдал. ГГ пишет Вердос. 2-0 Рево. Вот вам расклад. А Рево что-то там боялся, блин. Уже 2-0 просто разваливает. Привет, Шекленст. Вчерашний финал Алима Лиги. Блин, я совсем забыл про него. На ГГ его не... На него... Этот... Короче, на ГГ, на YouTube. На YouTube его не вариант выкладывать, вот, никак. Что ты на Скорялите его наказал? Бахатель водки. Ну, у тебя и никнейм веселый. Вот. Это Ревчик против Вердоса, был 5 шоу матч за 10 тысяч рублей, приз у нас оказывается вот такой вот. Раньше такие призы были, раньше, блин, вообще жесть, просто не было ничего такого. Погнали. Так, странно. А, Влад сказал. Ну что, ребят, третья игра. Вердос Рево. Вердос стандартный никс через гейт на второй сделает.
Привет, Степ КЗ. Кто кого ты сейчас увидишь? Сразу людей подтянулось побольше на наш шоу-матч. Кто матч оплатить? А кто банкет оплачивать будет? Да уж поди, не за наш счет. Ким Чен Зергу спасибо большое за поддержку шоу-матча. Ну и меня, и моего канала, и всех-всех-всех, ребята. Вот, и вы тоже поддерживаете, все поддерживаете, спасибо большое. Ноябрь, конкурс стримеров, поэтому нужна ваша поддержка как никогда. Так, нужно закрывать проход. Опа, без Мазеркура играет Вердос, но это совсем бычка какая-то пошла. Но... Посмотрите, овер висит, как-то непонятно сейчас для меня. Если Рева собирается делать с Грызалити, то как он собирается его делать? Это просто загадочный момент, как по мне. Он в лоб прям собирается убить. Вердос Мазеркор построит, адепт не в стенке. Что происходит? Вердос, ставь адепта в стенку. Что он делает-то вообще? Он что-то, ну, что Вердос делает? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? Адепт не в стенке. Вообще стоит, линги прибегают, наконец-то в стенку ставит. Мазеркор где-то сбоку летит. Надо блочить здесь рампу нафиг, наглухо вообще. Блочит рампу наглухо Вердос, но пилон погибнет сейчас. Это значит, что просто некуда выставить оверчар сейчас будет. Гейты падают нереальными темпами просто. Вот этот гейт очень скоро погибнет. Нужно стенку обновлять обязательно. Стенку обновлять, сейчас будет пилон новый. Пилона можно оверчаш уже выставить, что Вердос и делает. Оверчаш выставлен, Рева сгрызает гейт, но принял решение сейчас отступить немножечко, потому что иначе можно огребсти здесь очень жестко. Будет налом опять. Налом пошел, сентря делается. Делается варп. Не обновляет почему-то Вердос оверчаш. Оракула нахренам-то повел в атаку сейчас. Зачем ты оракула Вердос в атаку повел? Все, варп готов. Гейт сейчас упадет. Еще один гейт сейчас упадет. Оракула вернул. Неужели Вердос? Оракула вернул, в центре пил ставит, уверчаш нужно выставлять, уверчаш выставлен, в центре сгрызает Рева, пытается прорваться, не прорваться, 18.37 по рабам, если Вердос отбивается, то это победа для него, скорее всего. Но здесь нужно новую грамотную стенку выставлять сейчас, оракул еще один делается, нужно стенку еще, вот сюда пилон нужен обязательно. Вердос Мазеркорм вот там улетел, да, пошел пилон еще. Не понимаю, то ли отбивается Вердос, то ли не отбивается. Оракул прилетает новенький. Вердос ставит гейт, доставит новые пилоны. Не может Рева пройти сюда никак, просто никак не может пройти. Надо жарить оракулом лингов. Что и делает, пытается Рева сделать. Так, здесь будет стенка? Здесь стенки нет, кстати. Вот линги сейчас сюда могут проникнуть просто наверх, как мне кажется. Да, линги проникают наверх, Рева устремляется всеми лингами минеральную линию. Это ГГ, что ли, Вердосу? Похоже на то, 3-0 Рева просто сгрызает Вердосу в кал сейчас или нет. Оракул еще один прилетает, уверчаш, конечно, один еще выставляется, но ситуация критичная здесь просто. 4 оракула у Вердоса, если он здесь выиграет, это чудо просто будет. Надо пробками пилить, помогать здесь. Стенки нету до сих пор, пилон надо ставить, пилон не ставят, блин. Гейты закрыты, почему-то Вердоса, не понять почему. Линги новые и новые проходят. Рева уже в дронов перешел, Рева не собирается дальше играть, в общем-то, в агрессию. Какое ГГ? 4 оракула, Вердос пишет ГГ, блин, рабочих 20 штук, да ну, это вообще... Провал полный. Рева 3-0, Вердоса минусует. Вот вам и шоу-матч кончился буквально за полчаса. Я не знаю, или сколько он шел-то вообще. Ну, молодец, Рева, что тут говорить. На расслабоне после отдыха.
Это работает, это работает. Я не знаю, зачем верну, но он мог побороться сейчас еще. Короче, ребят, делаю стоп-старт, вернусь сейчас к вам. С нулевой задержкой. Че, задержка не нужна больше.